Здравствуйте. У меня на чердаке валялось несколько различных устройств для проигрывания пластинок. Я решил попробовать их оживить. Представляю первое из них – устройство проигрывания с механизмом автоматической подачи Grundig TW504G. Проигрыватель был установлен в консольной радиоле Grundig SO160. Радиола производилась в Западной Германии в 1960-61 годах. Консольная радиола попала ко мне в середине 90-х. К сожалению, она была изрядно доработана. В частности, оригинальный звукосниматель был заменен на ГЗП-302. Сам проигрыватель был неисправен. Я не стал разбираться и заменил его на другую модель. Этот проигрыватель провалялся без дела много лет, и вот я решил им заняться. Главная проблема, как и во многих других устройствах, высохшая смазка. По этой причине механика не работает. Тут на помощь приходит ВД-40. Удалось расклинить механизм. После чистки и смазки он работает нормально, но кое-какие глюки остались. Накладка на диск задубела и треснула. Пришлось приклеить ее к диску двусторонним скотчем и наклеить маленькие кусочки пенополиэтилена, чтобы пластинка не проскальзывала. Звукосниматель ГЗП-302 давно вытек, поэтому я вклеил в корпус ГЗП китайскую керамическую головку. Что из этого получилось, вы увидите дальше. Спасибо! Grüßen euch herzlich auf Rot.